Всем привет! Вот хочу показать, что сегодня я сделал с пепина. Вот из этих вот маленьких горшочков, где они жили. Вот смотрите, какие они маленькие. Я сделал перевалку вот в эти. Посмотрите, как они сейчас выглядят на сегодняшний день. Вот такие вот красавцы. Ну, может, они не красавцы, не знаю. Первый раз выращиваю пепина. Ну, немножко вот они как бы вытянулись. Вот этот вот отстающий, у него была добавлена НВшка, но у него самый крепкий стволик. Ну, и как-то вроде как он даже отстает в росте по сравнению с остальными. Ну, не знаю, в чем проблема, в чем причина. Ну, вот так вот. Вот сегодня какое число? 25. 25 апреля 2018 года я сделал перевалку пепина в большую емкость. Всем пока, до новых видео.